Сначала это была просто яма, которую оставили после себя дорожники, когда прокладывали автомагистраль Сагопши-Малгобек. Грунт тогда в 2000-х вывозили КАМАЗами, а вот образовавшийся кювет стал заполняться отходами. Так начала разрастаться мусорная свалка посреди сагопшинских красот. И вот теперь устранить экологическую проблему взялась местная администрация. Ой, давай, ну хамело, а че я из улицы, я могу что-то говорить, улица, что я езжу улица. Полностью, я говорю, что хали без зям, из улицы, сей, шах я делаешь. Но в связи с этим, да, я говорю, о, знаем, я уж денца, хайер. Угозы лишний, да, бег мусор, я все, строитель, только чистый строитель мусор. Удивительно, но свалка располагается на земельных участках, которым подведены даже коммуникации, имеется разбивка. Только когда и что там будут строить в нынешних реалиях, непонятно. А с дегрдер, фудерцу нахак. Ще лята, а вот анде медиалинге, каже шу ши, определись да ши, участки балажи, хайна, кртия, ши дерздури, уса гуду уж акус гяц. Ну пусто ват да жа да шхани, я мал болчане, обязательно, ночное время вина, и вино на время вина, и тхо два шхани вина, цуз асюасиш асвеляс. Златыш да, я стихини свалки ер. Кроме того, здесь же пролегает улица, которую посередине обрывает та же яма. Ервелат уже улицы, 70 лет депортации. И улицы. А сон гуште продали, если баги мы дали, вот баги дали, мы газовые линии, и гоя, право, лево, и что айоде улицы. Ер, я как с халрага, я улицы продолжит дулоц, в обход бах беж холнах. В связи с этим, а сон ходи, я говорю, от шаха, я метик халида, и улицы, грави, абила, хтуае, нага, шей уже подъезд угер. Ну а местные жители, конечно, рады грядущим изменениям. По крайней мере, бардака станет меньше. Я хилчхан, можи удирит молю хамхо. Постоянно жалость, держи. Ханзим кездух, а ваш гуаж лахтери, ваш те дуалы. Дал хакла хамяц, я трактор, я цел с болгаш. Нанимать дед, жиши молю хам. Геларим, потихоньку хачекаш, хачекаш, замдет мадарион. От фронта работ ломается техника. Трактор пришел в негодность, собирая отходы. В основном это строительный мусор. На свалку выброшены блоки, черепица и даже целые конструкции. Местная администрация наняла несколько единиц спецтехники. Используют их поочередно, по мере выхода из строя. Планируют закончить на следующей неделе. Адам Ирешков, Султан Булгучев, Магаз, 24.